Всем здорова, мои дорогие друзья. Видос у нас не запланированный. Сейчас у нас на часах... Так, сейчас посмотрю, сколько у нас сейчас на часах. Сейчас у нас 15 марта, 22:27. Время. Сегодня я снимаю видеоблора мои фигурки из пластилина. Их на обзоре будет ровно 5 фигурок и одна техника. Не то чтобы техника, бронетехника. Давайте начнем с первой фигурки. Опа! Это... Это у нас лис из Майнкрафта. Одна из моих самых любимых фигурок, которую я когда-либо лепил. Такой вот прикольный лис. Посмотрите на его хвост. Вот такая вот мордочка. Немножко криво. Приклеенная, прилеплена, но миленькая. Вот такой вот крутой лис. Далее у нас идет немножко убожество. Она даже не отлепляется. Не хочет, чтобы я ее показывал. Так. Голову сняла, туловище нет. Что же сегодня за день такой, а? Ботинок остался на подставке. Отлично. Отлично. Сейчас я расположу эту фигурку обратно. А то она... Так сказать, немножко развалилась. И вот так вот. Вторая фигурка на сегодня. Это будет новый скин на Биби. Героиня Биби. Так-то она у нас она у меня получилась. Меч. Вот эта штука тут стоит неспроста. Если ее убрать, то меч будет просто постоянно отваливаться. Поэтому я ее здесь поставил. Подставка такая прикольная. Ну, такая вот прикольная подставочка. Сзади она выглядит вот так. В общем, такая вот фигурка. Следующая фигурка у меня была... Кто тебе отрезал голову? Господи. Следующей фигуркой у меня была Барли с плюшками. Сейчас я вам ее покажу. Опа. Это одна из моих самых крутых фигурок и одна из моих любимых фигурок, которую я лепил. Вот так вот она выглядит. Барли с плюшками. И так вот она выглядит. Прикольная Барли с плюшками. Правда, здесь еще должен быть вот такой вот бантик, но я его не сделал. В общем, Барли с плюшками. И плюшка. Так вот, пусть постоит. Дальше у нас маленький волшебник. Волшебника Барли с тусенок какой-то. Вот такой вот у нас волшебник Барли. Да. Еще глаз у него кривой, когда туда смотрит. Зайчик вот такой вот. Ну, еще такой вот Барлей. Лег. Отдохнуть. Дальше у нас пошла Великая Отечественная война. Тут у нас шагает немецкий офицер. Ну, не то чтобы Великой Отечественной, а скорее Первой мировой войны. Вот такой вот фашист у меня получился. Вот такие вот коричневые сапоги. Вот такая вот курточка. Подсумок, возможно, для патронов. Пистолет, два кармашка. Погоны. Сзади есть пояс. Руки вот такие. Это у нас всякие знаки различия. Дальше у нас идут вот такие вот тусики. Брови, типа глаза. Фуражка вот такая вот Первой мировой войны. И сами волосы. Вот такой вот
фашист. Расстреляли фашиста. Следующей фигуркой идет Пазик Третий из World of Tanks. Это самая, как я считаю, получившаяся и самая красивая фигурка. И вообще моей коллекции. Смотрите. Конечно, меньше сапога. Ну, чуть больше сапога немца. Ну, вот такой-то у меня маленький получился. Я, кстати, такими делал. Посмотрите. Он реально выглядит как в игре. Вот, посмотрите. Я его делал примерно где-то часика 2-3, не меньше. Вот, посмотрите, башня. И детализирован он получился. Какой классный. Очень похож на настоящий. Ну, не считая гусеницы. Реально, очень похож на настоящий из World of Tanks. Это Панзеркамваген Третий. Так он выглядит. Ну что ж, друзья, сегодня у нас был обзорский на вот такие вот фигурочки. Если этот обзор вам понравился, то ставьте лайпеды. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик. Ну, всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.